Юрий Лотман, самый известный исследователь Пушкина, убежден, что описанные в романе события происходят с 1819 по 1825 годы. В литературу приходит новый герой, лишний человек. Вот первый эпиграф, а их всего два, к Онегину. Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще и особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, вследствие чувства превосходства, быть может, мнимого. Онегин, и не только он, например, лермонтовский Печорин, тоже лишний человек, мается от скуки и безделья. Ему претит лицемерие и пустота светской жизни, но найти себя он не может. За скукой неизбежно приходят русская хандра или английский сплин. Главное, в этот момент не повторить судьбу дяди Евгения, того самого, что самых честных правил. Он в окно смотрел и мух давил, отчего, скорее всего, и не в шутку занемог. Мухами называли маленькие рюмочки для наливки, раздавить муху, соответственно, означало выпить.